Когда мое мяско хорошенечко поджарилось, вы видите, какого оно цвета. Давайте вам поближе покажу. Все румяное, красивое, со всех сторон обжаренное. Видите, такое очень аппетитное. Вот в этот момент я добавляю сюда чеснок, лук и обжариваю еще чуть-чуть. Я хотела морковь добавить, наверное, не буду. Знаете почему? Очень мало места у меня в сковороде. Боюсь, не месяца просто у меня. Добавляю чесночок сразу, и он у меня припускается в жиру, в масле, которое там есть. И сразу лучок. На огне, на большом. Я сейчас чуть-чуть убрала на шестерочку из 9 возможных, но сейчас добавлю до 9. Обжариваю лучок, потому что лучок дает сок, и сейчас мясо будет не такое яркое. Лук даст сок, мясо станет бледнее, отдаст свой цвет бульону. Вот. А мне нужно, чтобы обжарился у меня лук, так что добавляю побольше огня и пусть жарится. Пока у меня здесь все обжаривается, так притопчу, я порежу картошку. Картошку резать буду не мелко. Она будет у меня крупно. Почему? Ну, для того, чтобы пока томиться, а томиться будет подольше, чтобы картошка прям не превратилась в пыль. Хотя лично я люблю, когда картошка уже разваленная и развалившаяся. Меня это прикалывает. Ну, и у меня, в принципе, члены семьи тоже так любят. Но все равно, чтобы кусочки сохранились, так поинтереснее, мне кажется. Вот, буду покрупнее. Должно влезть. Вроде как. Никуда не денется, запихнем, да? Пихнуть? Невпихуемая миссия наша. Все. Так, перемешаем нашу красоту. Лучок поджаривается. Ой, просто шикарный запах. Лука, чеснока, мяса. Ну, даже не надо ничего рассказывать. Все и так знают, насколько это аппетитно. Я не такой любитель мяса, как вот, чтобы прям мясоед. Есть, вот, я знаю людей, которые каждый день должны кушать мясо. Они без мяса голодные. Я не такая. Но даже я не любитель мяса, глядя на это, всегда у меня возникает аппетит, и я думаю, я бы точно съела. Так, что делаем дальше? Теперь мы добавляем картошечку. Или сначала бы лучше я посолила все-таки мясо. У меня адыгейская соль абадзекская. Посолю мясо, перемешаю. А потом уже добавлю картошку и попробую еще раз все на соль. Так. Перец тоже добавлю, погодите. Сразу все специи тогда сделаем, раз уж на то пошло. Здесь острое, острый перец. Здесь есть и чили кусочками, есть кориандр. Но кориандра здесь мало, я потом добавлю еще. Ну, так, знаете, тоже без фанатизма, чтобы можно было это кушать. И было это приятно все-таки. Иногда есть люди, которые любят очень специи, кладут их много. Я тоже не отношусь к этому числу. Я все-таки люблю больше, чтобы это было похоже на нечто такое, что в первозданном виде мы едим, да? Так, а где мой кориандр? Хоть я и добавляю специи, но умеренное количество, скажем так. Чтобы подчеркнуть, а не перебить вкус. Вот так. Хотя я думаю, что кому-нибудь может показаться, что я много добавляю или наоборот. Но, в общем, это дело вкуса. Каждый делает под себя. Перчик теперь горошком обязательно добавлю. Меня тоже он прикалывает, когда он здесь бывает. Сейчас, погодите. Тихо-тихо, не падай. Вот он, разный, черный, красный, у меня разный перец. Ну, прям немного белый, будет хорошо, не бойтесь. И сюда же я добавлю лавровый лист. Он, наверное, там у меня. Не здесь. Базилик нам не нужен. Это нам не нужно. Лавровый листок. Парочку маленьких, ладно, три малюсенькие у меня есть. Это с моего лаврового дерева, которое
которая загнулась по итогу. Три листочка добавила. Теперь я все это дело перемешаю. Ох, прям поджарилось. Сейчас будет супер из-за того, что вот такой вот поджаренный цвет. Бульон будет желтый, классный. Не волнуйтесь, ничего не сгорело, все чудесно. Картошечка сюда отправляется, моя сладкая. Тут будем съесть. Вмещается прям кипелька в кипельку. И теперь все это дело мы заливаем водичкой. Даем прийти в себя. Подливаю, чтобы у меня прям там была водичка, потому что мы, во-первых, мы любим, во-вторых, так будет все вариться равномерно и будет вкусно. Огонь сразу делаем потише. Я ставлю, например, из 9 возможных на троечку или даже на двоечку, чтобы медленно томилось. Не выкипало, как бешеное, а медленно-медленно томилось. И было потихонечку вот такое вот приготовление, чтобы не развалилось, но и приготовилось. Тот же момент. Это все я могу перемешать. Сейчас вот так еще добавлю. Вот вроде подуспокоилось. Сейчас я накрою крышкой. Пусть оно у меня чуть-чуть потомится, успокоится. Потом, когда перемешается за счет кипения, я попробую на соль. Если мне будет не хватать соли или не будет хватать каких-то специй, я эти специи добавлю. А так, в общем-то, в общем и целом, это все. Блюдо наше просто должно дотомиться. Все просто. Проще вообще некуда. Да? Класс. Такое вообще можно поставить и пошел заниматься своими делами, пока оно варится. Пришел через минут 40-час. У тебя уже готово блюдо. Беспроигрышный вариант. И типа такого же делать можно в горшочках. Мне тоже прикалывает. Все в горшочек накидал. В духовку убрал. Оно само по себе готовится. Но туда в горшочек можно добавить и грибочки, и молоко вместо воды, например, тоже очень вкусно. Я когда первый раз попробовала, была удивлена. У меня даже там нет такого ощущения, что ты ешь мясо с молоком. Нет. Молоко как проваривается, да, с мясом, с картошкой, с овощами, совсем-совсем. Получается бульон прозрачный, хоть это и молоко мы наливаем. И такой вот насыщенный, приятный вкус, трудно его описать. Ну, в общем, мне с молоком тоже нравятся горшочки, вот эти чинашки, как они называются, чинахи готовлю я. Тоже бывает вкусно. Сейчас мы чуть-чуть перемешаем, посмотрим, как у нас тут обстоят дела. И попробуем заодно именно на соль. Видите, какой бульончик получается? Сейчас я вас поближе подвину. За счет того, что мы поджарили мясо, у нас бульон получается хоть и коричневый, да, но вот прозрачный такой. И сейчас все это будет томиться именно в этом бульоне. Мясо, видите, сразу побледнело, потому что свой цвет отдало оно бульону. И будет очень вкусно. Бульон будет наваристый. И как обычно мне все скажут, мне бульончика побольше, а мясо поменьше. Самый смак в этом блюде для меня это бульон. Просто непередаваемая. А это сковорода! Господи, как же я ее люблю. Вот за счет того, что она такая тяжелая, удобная формы, у нее высокая крышка, все. Даже вот то, что будет у меня сейчас не в воде, а будет томиться, оно будет хорошо пропариваться, как в пароварке, что ли, да? Ну, будет прям супер. Блин, как же вкусно. По соли угадала, супер. Картошечка чуть-чуть в себя возьмет соль. Отдаст свой сок, все это переженится, перемешается, будет просто дастич, фантастич. Можно в тарелку добавлять зелень, если вам так угодно. Можно при подаче также, если вы хотите, именно в тарелку уже чесночка выдавить. Ну, в общем, все на ваше усмотрение. Можно кушать хоть со сметаной, можно без сметаны, кто как любит. Я люблю вот в чистом виде туда хлебом макать свежим. Кстати, хлеб сейчас поставим печь, и будет вообще огнище. Боже, ну как же вкусно, а? Как же вкусно жить. Давайте посыпем мой хлебушек. Смотрите, какая красота. Помните, утром я ставила? Посыпем семенами. И оставим, чтобы он еще чуть-чуть подошел у меня без бахил. Потом отправим печься. Пока хлеб испечется, приготовится соус. Просто фантастика.
все, друзья мои. Идем. Готовьте с удовольствием, сладкие мои, готовьте с удовольствием.